В Оркуте на улице Яновского 13-летняя девочка попала под колеса иномарки. Водитель сбил школьницу, когда та перебегала дорогу в неположенном месте. Пострадавшую госпитализировали с черепно-мозговой травмой, сотрясением и ушибами головы. Другая авария произошла на улице Усинской в Оркуте. Мужчина на снегоходе столкнулся с рейсовым автобусом, который остановился для высадки пассажиров. Виновника ДТП с различными травмами доставили в больницу.